Всем доброе утро! Вот перед нами, первый раз такое вижу, парень заправляет канистры. Наверное, за городом живет. Теперь заправляет бак. Winnemucca. Субботний рынок. Этот farmers market. Похоже, что здесь какие-то артизаны, ремесленники, сувенирные. О, на гитаре кто-то играет. Somebody playing guitar. Одежду продают. I wish that it was different. О, похоронный дом Сонома. Чихуахуа. Хороший ресторанчик, мы там были. Сейчас мы пересекаем реку. Humboldt River. Река называется Humboldt River. И выезжаем на шоссе, чтобы поехать за город. Город разрастается в разные стороны. В основном вот в эту сторону. Здесь вот докторские офисы. Вот здесь кондо строят слева. И вот такая красивая панорама. Посмотрите, какая красота! Кустарник, горы, облака. Отличная погода. Справа стоят мотохолмы. Мотохолм, трейлер. Каркасные дома. Здесь такой аттракцион, называется Sound Dune, песочные дюны. Вот эти песочные дюны – это развлечение для туристов. Еще здесь модно ходить в гору. Лазить. Нужно залезть на вершину, потом спуститься пешочком. Еще здесь делают фестиваль басков. Небольшая комьюнити. Баски ходят в национальных костюмах, проходят по улице. То, что вот я прочитала. Покажу вам еще немножко экзотики. Love is ill, I wish that it was different. И вот такие дорожки бывают. Oh, princess, show me how you grown. Look at her. She's like, oh my god, look at this. Вот эта черная собачка, уже старенькая, уже ничего не видит. Ее надо привязывать, и она там гуляет сама. Do you want to make show fashion? Yeah! Вот, short. I'm gonna wear in this. Wow, it's fit on Shelly, unbelievable. Close zipper. Smoking, put drinking. Cool. Really? Anita, one of those over my house. Okay. Wow. Do you have a real smile? No. Don't worry about it. Джинсы Леви Страус, как раз. И куртка close the bottom. Yeah. И куртка зимняя winter jacket. Black and blue. Вот у нас невеста готовая. I wouldn't get into it. Oh. That's a big door. This model getting shy. Just looking to deliver it. Hello from Nevada. That phone. It's such a bone, it's a book. It's a book. She tried to balance it on her head. The book, not the phone. Her head's too round. I thought the ranch was awesome. That was like time to start right there. God knows. Really? Yeah, Winnemucca did. We won't. We wouldn't like a little high there. You see, it's going all the way around us. Winnemucca is going enough. Get that fry. Get it? So, even in the winter. Get that fry. Yeah, you'll like that fry. Oh, yeah, that's just a bad one. All right, Shelly. Yeah, that's what we're going to do. Here we go. Winnemucca. Привет из Виннемарки. Из Виннемарки. Эрика делает маникюр собаке. Маникюр для собаки. I'm putting them all away, okay? And I gotta grab the butter. I should have been here last week. It should have been here for the Father's Day barbecue. Yeah. That was fun. We still have leftovers from that. Take off and then we'll find him. And he won't let him make his way back. He's always been a little runaway. Что я хочу сказать? Погода здесь меняется каждые 2 часа. Пока мы были в гостях, над горами начался какой-то циклон, начали сверкать молнии, и нас полило дождичком слегка. Сейчас ясное солнце где-то было, ну, час, наверное. И сейчас снова тучи собираются.